то я буду вообще чувствовать себя хреново. Шаман смотрел, конечно, чувак. Нормально тоже пвпшится на классике. Тоже там вариативности хватает и кнопок. Наверное, поумнее паладина. Да однозначно поумнее. Хотя бы с учетом того, что там тотемы как бы Ну да, и они на все вариативности. случаи жизни. А ну сейчас я кофека. Ой, блин, тут какой-то. Не, ну он средний игрок, просто он до хера играл. Очень много. Упертый. А этот только создавший. Чем мы там меняем? Ну как хочешь, я нет. Ты можешь ниже поставить, типа. Ну ладно. Вообще адекватные. Ей сейчас кто-то ливнет. Нет, бля. Так. Блин, не успел я. Надеюсь, я буду нормальной расой, которая всех победит. А эта раса будет нежить. Эльфики! Как-то наоборот, да, нестандартно. Как играть? Ранний, наверное, заеб играть. А ты у нас нежить. Угу. Блин, давай махнемся, не глядя. Только едь туда в Запорожье. Не сядешь за мой комп. Встретимся на полдороге. Быстрый раш, говоришь? А кем мне? Ну, в смысле, героями я буду заебывать. Рашить я не буду. Так козла бери этого. С корнями. Готово. Готово. Сука. Ладно, все будет поеблано. Интересно, кто у них? Не знаю. Сейчас же побежим героям. Долго делаться. Так. Чё, пока можно? Можно еще одну вурдалаку. Блин, магазин же. Хотя впался он мне. Не сильно тянет. Может пригодиться, но прям никак. Корни взять или силу природы? За Калимдор. Что естественно. На моего или на твоего идем? Ну, на твоего, чтобы быстрее. Во имя духов. На твоего? На твоего. А. Замедляющий, наверное. Что это за... Выберите другое накачки. Место. Сейчас будем прикапывать. За Калимдор. О, он отлично, отлично. Давай, давай, заёбуй, заёбуй. Ты прав. Да будет так. За Калимдор. Да будет так. Так, прекращайте. Что вы творите? Психи, блин. Для что они творят?
Во имя духа. А? Наши воины вступили в бой. Во а как ты сразу двоих? Одного. За Калимдор. Да будет так. Естественно. Да будет так. Это... Пошли на другого. Сейчас я скелета выберу. Сейчас. Ладно. Где опасность? Ого. Он... А, это твой? Блин, надо не тупить. Готово. С развитием, только а то я могу. Да я тоже стараюсь сейчас парочку древ атакующих сделаю. Ой. Чтобы защищать мои инвестиции. Да давай, блин, стройся где-нибудь, твою ж. Даже не качается. Он опять пошел на ту же точку. Ну, неважно, время мы выиграли. Так, кто нарушил наш покой? Они расстаются в этом. За Калимдор. Ты там поотвлекаю? Во имя да блин. Пожалуй, ты прав. Что-то я херово отвлекаю. Главное, чтобы не сильно получилось. Да будет так. Во имя духов. Тут армия просто мечников, я не знаю. Во имя духов. На работу. Пожалуй, ты прав. Да может будет попробовать. Так. Мне тут готов. Помощь будет нужна. Духов. Блин, скелеты, вы идете вообще? Героя, наверное, придется отдать. Ты серьезно? Да лучше отдать его, я тут больше заберу тебя прокачать. Он быстро выйдет, он первый левел. Погиб герой наших союзников. Готов, готово. Да будет так. Можешь тут подобивать. Тем более я сейчас выйду с новой полкой скелетов. Да будет так. Естественно. Я своего тут только убью. За Калимдор. Да будет так. Сейчас пойдем туда, к нему. У меня уже паучки будут. Сейчас я тогда пойду похилюсь. Слушай, он на меня тупо их наагрил, короче, и они за мной бегают. Я сейчас приду тогда к нему. Он их отдаст, насколько я понял. Ну, можно у него и забрать, а можно лучше рабочих забрать. Ну, блин, давай. Сражайся. Приказывай. За Калимдор. Я пошел. Мне из армии что строить так. Потом? Да, начни там с парочки дриата, потом медведей выходи, наверное. Так. Так, где еще носик обратно? Я до дриад еще не апнулся. Да будет так. Только я не знаю, против мечников нормально зайдут пауки. За Калимдор. Да будет так. Почувствуйте гнев природы. Готово. Они раскаются в этом. Очистим лес от врагов. Они раскаются в этом. Полки убери. Очистим лес от врагов. Вроде норм. Угу. Сейчас героя потеряет. Пожалуй, ты прав. И сразу в рабу. Во имя духов. Пожалуй, ты прав. Они раскаются в этом. Его союзник вышел. Секунда. Еще можно сражаться. Во имя духов. А, он пришел героями. Ой, какой юнис. Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Естественно. Нет, только не арты. Почувствуйте гнев природы. Только не это. Ну, там... Где опасность? До последнего воюет. Молодец, да? Надо взять
Ну ладно. Пойдет. Для начала. Я к тебе. Да, давай. Ой, блин, давай. Да то не тупи, кнопка, блин. Так, а что за... В этот раз я нежитью хочу, но я подожду пока. А Нива вроде лузер. Ну, как бы, больше поражений у него. Два раза, чем выигрышей. То есть он не очень мощный. Ну, пока фартит нормально. А не, мы вовремя к Куму прибежали, вообще вовремя. Он только мобов сагрил, понял? А ты ему в спину начал прикапывать, он на тебя, мобы убивают его рабочих, понял? Потом они раненые убегают, понял, тут я прибегаю. Кто там у нас? Нормальный? Тут что мы играли, второй Хум, который был. Ну, нормальный. А блин, опять я не успел расу поменять. Ну, в принципе, давай тогда, чтобы в натуре честно было. Они на рандоме, мы на рандоме. А тебе повезет. Ну, ладно. У меня нежить вообще. У меня орки. Блин. Вот бери, кажется, сыграть. А, ты орк? Да, тогда я орк. Да, я понял. Карта какая-то стрёмная. Ну, ладно. Готов, пойдет. Подкрепление не очень. Ну, ты будешь виверн выходить. Виверн все-таки, да? Ну, я так думаю. Угу. Сейчас, короче, посмотрим, или виверн, или волчьих всадников. Да, можно пока и... Я думаю, если будет быстрый раш, а у нас вполне вероятно будет быстрый раш, то, возможно, даже в бугаё можно. Или в берсеков. Может быть. Просто они скрыться хреново с такой... Они свою задачу будут делать. Дело сделано. Готов вкалывать. Чего хочешь? Дело сделано. Ой. Угу. Хорошо. Готов вкалывать. На твоего идем? Да. Готов, крал. Мы в тот раз на твоего ходили. Надо, чтобы все было честно. Что-то ты такой прям честный, слушай. Честно, это когда. Вы на одного, да? Когда на моего идем. На всякий случай бараки построим. Все-таки. Посмотрим, мой что клинок жаждет крови. Наверное. Дело сделано. Что прикажете? Да. Что там первое ему делается? Стелс, да? Посредине это таверна. Так, твой? Твой. Хороший выбор. Можно зверушку мне безобидную? Очень надо. Чё надо, хозяин? Ладно. Здесь нельзя строить. С удовольствием. Да, повелитель. Панцай! Дохлый номер, наверное. Сейчас попробуем. Вон там моба можно дать. Шодочка. Я к рабочим пошел. Дело сделано. Нарезать, пока все окна. Что прикажете? Карада! Хорошо нарезается. Башня. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Шодочка. Панцай. Да.
Так, башню летку. Банзай! Карада! Бэссу! Ну давай. Так, ты... На мой город напали. Прячь. Ага. Слушаюсь и повинуюсь. Чего хочешь? Эй! Видишь? Блин, херово. Да, дело в том, что у меня херово все. Ты не можешь никак вдефнуть? Ну, вообще все. Чего хочешь? Блин, охренеть, ладно. Угу. Сделаю. Нет у меня маны, что там сосед. Попробуй. Что прикажете? Он портуется, да? Че надо, блин, хозяин? Ладно. Чего хочешь? Моя жизнь принадлежит орде. Угу. Нужно золото. Слонки. Хорошо. Ты там куму беги, там у него нету ни хера. Да. Что прикажете? Слушай, к нижнему, да? Так, ну хум не выйдет, я, короче, некромантов делаю. Надо чего надо, атакуют? Дерево. Да. Да. Что здесь как? Да, застроился. Слушаюсь и повинуюсь. Эй, ты не проходишь. Не стоит. Хороший выбор. Давай, Архимон. Слушаюсь и повинуюсь. Фу-су. Стройка завершена. Банзай! Ну чё ты меня перебиваешь в путь? Слушаюсь и повинуюсь. Карада! Банзай! Да! Понятно. Хороший понятно. Выбор. Садиска! Да! Пойду хума подрачу. Чего хочешь? Так, ну, так, хотя бы так. Да-да, здесь нельзя строить. Мне надо время. Выиграть время, не пойму, что там эльф мутит. Постройте логово. Видишь, рабочий раз, у меня ждание. Прикажете? Хороший выбор. Карада! Так, некромантицы. Сейчас башня появится, поэтому я ее снесу. Mm-hmm. Давай, Архимон. Так. Карада! Ну погоняйся. Опять атакуют меня. Mm-hmm. Опять тебя, блин. Ну давай возвращаться. Сейчас заражу. Буровцы. Мне еще время надо. Да, дело сделано. Слушаюсь и повинуюсь. Он даже не особо есть чем дефать. Хороший сейчас. Выбор. Ну-ка и трындец. Ну то, что башню сейчас строишь, ты же помогал. Садиска, моя жизнь принадлежит орде. Дело сделано. Чего хочешь? Что прикажете? Хума не дает зарашить, скотина. Слушаюсь и повинуюсь. И он где-то рядом отвечает. Что прикажете? Нам нужно сейчас просто тупо идти, будет эльфа выносить. Хороший когда он выбор. Не появится. Чего прикажешь? Да, повелитель. Ушли подгрызть хотя бы поблизости. Готов к раунду. Дело сделано. Что прикажете? Дело сделано. Чего хочешь? Угу. Да-да. Готов. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Ты дерешься, да? Хороший выбор. Да там, наверное, хуже слушаюсь так запашился. И повинуюсь. Нет.
готов вкалывать. Помог тогда. Басу! Да. Дело сделано, готов вкалывать. Так, некры собираются. Ну не знаю, там подефайся, да? Где-то три нету. Только Т2. У меня с деревом проблема. Ну, у меня тоже, если честно. У нас то. Дело сделано. Хороший выбор. Готов вкалывать. Так, взять вот такую хреньку себе. Взять, наверное, вот такую хреньку себе. А с золотом дохера? Ну, заканчивается, я трачу. Хорошо. Чего хочешь? Да-да. Хорошо. Сквобу. Да. Да. Чё мы так медленно, я не пойму? Жду некромантов, что я сделаю? Я не проломаю ни кумовскую оборону, ничего. Ладно. Что прикажете? Вторую базу может взять. Дело сделано. Смотри сам, да. Я пока не готов. Слушаюсь и повинуюсь. Ну сейчас уже буду готов. Эльф не должен от меня отбиться, а ума пойти даже. Ой-ой-ой. Слушаюсь и повинуюсь. А, там серьезные ребята. Сказку попал. Я сейчас уже буду выдвигаться на эльф. Что прикажете? А, Хум пришел ко мне. Блин, спалил некроманта. Вот. Хум? Ну, как сказать, спалил. Может, он ничего не понял вообще. Может и нет. А может, кто-то и понял. Поэтому я выдвигаюсь к эльфу. Дело сделано. Это нет, даже телепорта нет. Он без табаков, в принципе. Карада! И помогай, поможешь мне? Да, сейчас одного мобика убью. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Мне надо, чтобы ты прикрыл меня, потому что сейчас придет эльф там с массой. Да, повелитель. Да. Дело сделано. У него воздух. Воздух. Причем, видишь, что-то очень трындец, короче, какой-то. Постройте логово. Хороший выбор. Он вроде некоторые тащит. По славу была и блин, без пока есть, конечно. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Лучше ты баток. Ладно. Да. Блять, скелеты, блин, вперед, блин, начну. Блять. Наш герой. Чё я завтыкал в скиллы, блин? К полету готов. Сейчас будут батки. Я отменю, пошлю баток. Ну, вроде как даже ничего. Говори, вождь. Хум сзади. Я вижу, но он ничего пока не может сделать. На тебе, блин. Похоже, там баток много не надо. Угу. Скелеты рулят, блин, труповозки гад отстреливает. Постройте логово. Угу. Очередное уёбище. Спасибо! Так. А где он написал это? В чат. Ну ты если даже продолжить игру и общение нажать, то ты увидишь. С
сука, очередной уёбище. Нормально, некроманты зашли, блин. Ему диспела тупо не хватило. Он, конечно, перебил там до хера скелетов, но... Мне, к сожалению, вначале просто... подгадили. Да я видел там эти... Ой, чё я нажмал? Биля. Ай, блин. Ты что-то говорил, кстати? Потому что я, блин, нажмал... Мунте. Удивляй, побеждай. Ну что, заходим в следующую? Угу. Ну отлично. Сейчас пойду посуду. Нормально так, позитивненько. Мне нравится, когда он такой. Вроде они не слабые были, то есть. Ну не прям, не прям, ну были там. Средние статистики. Оп. Ну ты втащил опять в этот раз. Я, конечно, там вначале нарезал неплохо по рабочим. Не, ну первый пуш сыграл очень много. Вот то, что мы ему не дали развиться, он же швейше пришел со стрелками. То есть у него даже, даже если Т2 было, то у него он не мог ни даже этих лекарей сделать в нормальном количестве. Я поэтому и пошел сразу на эльфа, он как самый мощный, а хум я знал, что у него армия не будет контрить мою в любом случае. Но эльф, зараза, если бы он нормально играл летающими, хотя бы отдельно, понял, он бы мог там нормально меня подзаебать. Ну... Он решил в лоб сражаться вместе со скелетами. Mm-hmm. Ошибка. Сейчас подойду. У меня еще была идея, как-нибудь обязательно попробую. Играешь в некромантов, понял? Только там нужен какой-то момент неплохо отконтролить. И вот играешь, и даже если тебя спалили и построили диспельщиков, нанимаешь рейнджерку, понял, с салом героя. Mm-hmm. И просто кидаешь сало и быстренько фокусируешь всех этих диспельщиков скелетами, и все. То есть можно сделать менее, ну, ущербная эта стратегия. Что такое, этот уже боится? Еще раз в тебя. Не хочешь ждать, что ли? Какой смысл, ждешь и проигрываешь? Блин, а этот ебланический элизиум до сих пор не включили. Это админы спят или бухают, пьяные. Ой, о, кто-то что-то новенькое. Что-то злое, блин. Очень много боев. 857 выигрышей. 417 проигрышей, еще и орда. И сразу за орду. Охренеть. Ну, блин, я тогда сразу нежить, чё. Ну все, а, он так... уже заливнул. А, ты рано ты нежить поставил. Он понял, что был неправ, и все. Да, блин, на чешском Варкрафте, блин, World of Warcraft больше... Чаще БГ, чем здесь, я не знаю, ждать. Да просто поздно. Мы уже зашли, блин. Да нормально, как раз самые сонные тут пооставались. Нет, сейчас, я... может, это последнюю партию, ее, наверное, хватит. Я уверен, что на каких-нибудь нестандартных картах там всегда было. Что-то вот сейчас уже, ну, оно так наплывами, знаешь, на стандартные карты. То бывает вообще, то ФФА, о, пересоздали. Давай еще раз. О, твою мать. Что, в разных картах, что ли? Да. Твою мать, ладно, может сейчас это стартанется, но я к тебе зайду. Там забитая... Пошла херня, как всегда, блин. Можно и сам.
ко мне зашел чувак. Ну ты умничка. Черт, я захожу к этим мудакам. И он матерится тут. Ебать, лучурка, ле. Дима русский. Дима России. Ебень, бля. Понятно. Завлекайтесь. Надо будет, если брат выберется на этот. Нам поиграться. Игрануть орки против людей, блин. Так хорошо заходило, да? Да хрен в это, если вообще ничем будет заняться. Можно создать 4 на 4. А мы будем неделю ждать. Мы, во-первых, не зайдем... А, ну если создать, ну все равно там будут... Да что, поливают все. Я заходил в такие партии. Оно чем-то лучше, чем ФФА. То есть ФФА... Ну ты знаешь, что ты там воюешь, там 2 на 2 на 2, да, там с кем-то воюешь, такой хоп, и приходит армия там танков к тебе, да, от третьих. Ты такой, блядь, все, прощай жизнь. Так, ну что, интересно, оно там началось, не? У меня... О, ты можешь ко мне перейти. В нормальную пати. Они вас слабые. Ну как бы, по-моему, мы уже даже с ними играли, не помню, правда. Ну не очень, ну как бы. Ну блин, заходите, блин, не тупите. Мне нравится, когда начинают ругаться, говорить, что я читер или этот мудак. Ты чувствуешь, что реально вот окупается игра не с компами, а с людьми. То есть он реально бесится, это реально. А ты, кстати, выкладывал видяшки с моей днюхи, то, что мы играли? Нет, там, по-моему, я... Одно или сколько там выложил. Надеюсь, там, где я победил. Там же, блин, нормальные видяшки. Как я убиваю тебя с Игорем, как я убиваю брата с Игорем. Ну, явно Игорь хуже играет, потому что, допустим, тебя и брата я не убиваю. Да там такой трешак был на самом деле. Уже голова засралась, пока мы настроили все. Не, я планировал выложить, чтобы вам хотя бы поскидывать. А так мы там больше херней страдали. Ржали и... Не, ну там орки против людей были интересные, мне нравились вообще. Вообще классная карта, блин. Я бы туда еще как-нибудь все-таки героев подобавлял бы всех, было бы вообще охрененно. Ну, блин... Дайте уже одну игру выиграть и все, и пойти спать, как нормальный человек. Вот Warcraft 3 всегда, вот, куча позитивных эмоций, блин. Только ждать надо, блин. А так куча позитивных эмоций. Не знаю, когда начинаю проигрывать, у меня негативные эмоции. Если, блин... В World of Warcraft я еще могу там что-нибудь сделать, например, пойти убить там 13 уровня орка и такой ха-ха-ха-ха. Отомстил. Даже два раза его убью, подожду и еще раз убью, понял, чтобы ему вообще херово было бегать. И вроде бы как и на душе спокойней. И дело хорошее сделал, и на душе спокойно, понимаешь? А тут... А что тут сделать? Если тебе не фартит, если тебе попадаются каждый раз он, мощные игроки, вот как мы сейчас, допустим, играем против этих ребят. Вот.
Им херово, как бы. Если честно, очень много от настроения зависит. Даже вот не всегда вот тактика, вроде ты там думаешь, там вроде бы как даже правильные решения принимаешь, а просто там тупишь или нету настроения. Я бывало выигрывал таких психов там один на один, потому что просто у меня было хорошее настроение. Именно вот игровое, понял. А бывало так отсасывал, чаще, конечно, отсасывал. Наконец-то, блин. Давай, плыс, не ливай. Эльф? Вот мудак. Ладно. Эльфами каждый дурак может. Ну ладно, пускай ставит. Сейчас попробовать не рашить, что ли? Сейчас посмотрим, кем мы появимся. Да не, эльфов надо убивать. Нахер он охерел вообще, слышишь? Ну мне особо нечем рашить, у меня хумы. Склоняюсь, у меня нежить. У меня все ок. Чего желаешь? Не знаю, у меня все зависимы прямо от прокачки. Архмагом сильно не. Блять, кого взять? Гнома что ли взять? А не, надо качаться. Третий левела набивать. Не все равно кем. Не, я пойду. Я эльфику пойду там немножко нагажу, да, убью пару. Развлекайся, конечно. Отвлекай их, короче, максимум. Если ты их обоих вообще сосредоточишь на себе, будет идеально. Я в это время прокачаюсь и дам им пиздюлей. Ваша воля исполнится. Они ждут. Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Постройка завершена. Постройка завершена. Да, возьму гномыча. Я думал паладина, но... Хилить не могу. Чего желает мой повелитель? Так. Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. В наушниках слышу такие звуки, которые раньше никогда не слышал. Вообще. Постройка завершена. Полно открытий. Чего же? Эта игра еще до конца не завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Где прольется моя кровь? Странно, у меня, блин, какой-то поздний скрип вышел. Ваша воля исполнится. Я готов мстить. Пойду быстренько найду эльфа. Наконец-то. Эльф у нас здесь. Уже качается крыса. За короля мёртвых. Наконец-то. Да начнётся битва. Где-то я сам себя закинул. За короля мёртвых. Моё терпение истощилось. А-а-а. Охереть просто. Что там у тебя, всё плохо? Да я сам себя в тупик закинул, охереть просто, я не убил никого. Такой бред. Ух ты, блин, ну, так нечестно. Там кого-то там шли убил лишь. Я? Нет. Никого не убил, а что? Блин, он ливнул. И убиватель же. Я воплощение тьмы. Ну, пошли. Я все равно тут херово начал. А кто вышел? Я готов мстить. Эльф вышел. Да. Может, просто в шоке.
За короля мертвых! Да начнется битва! Тут еще один эльф. А вот этот вышел. Ха. Ну давай рабочих ему пофармим. Блин, мне так не нравится, охренеть. Блин. Столько ждать и вот так вот. Чтоб мы рашили их тогда. Кто же знал, что они такие мудаки кончен. Может, у него рассинхронизация. Карта не очень нравится. Да может просто это наша слава, которая только зашел, увидел и сразу ушел. Тоже средний игрок. Чуть-чуть больше проигрывал. Но чуть-чуть совсем. Ну партии до хрена сыграл. Тут даже есть статистика, сколько кто ливал. Вот я два раза ливал. Интересно, а что это значит ливал? Это же ГГ все равно, ты же не ждал, пока меня добивали. Что значит ливер? Может, в начале? Может. Так, а второй не играл на этом боте. Хрен его знает, что они из себя представляют. Один средний, один неизвестный. Не, средний вышел. Давай нам еще одного слабачка. Тоже средний. Ну, мало партий. Ебаньки вы, блин. О, один сервак включили, Элизи. Ну вот молодцы, блядь. Вы еще, блядь, его включили, блядь. В 5 часов утра. Так, что там зашло у нас? О, это крутой. У него в 2 раза больше выигрышей. Партии меньше, чем у тех, конечно, но явно видно, что он не слабенький. Ну тут на этой карте не очень удобно рашить все равно. Я хреново. Рандома у меня опять. Сейчас посмотрим, что за расы. Может там две орды, что нам только рашить и все. Не, я нежить. Блядь. Короче, я вампирика. А мне тогда во что? Чего? Да хуй его знает, вархмага, блин, а что ты? Кого-то другого смотришь. Хорошо. Ну, я пошел. Да я вообще как бог. Да. Чего? Опять работа? Я готов. Хорошо. Угу. Я готов. Готово. Чего? Да, господин. Чего? Я готов. Так. Ай, тупой фрутолак, рубай. Готово. Опять работа? Я, если честно, понятия не имею, как в Архимага, Архимага играть. Ну, через гидры его качаешь и все, что там сложно. Гидры, или, ну, элементали и это, подставляешь. Короче, как Хантом ты играл. Хорошо. На катаклизме. И не играл я так вообще, я играл честно. Готово. Да, господин. Кладбище все равно денег до хера. Угу. Хорошо. Я готов. Просто не удобно. Рашить не будем, да? Да хумами особо неким рашить. Я даже не знаю, кем им рашить. Да архимага можно хотя бы дамажить немного. Он так не убивает. Ни как койлы, ни как крысы, ни как... Ну, знаешь, не обязательно это нужно.
грубо говоря. Я что вам угодно. А ты идешь или нет? Да будет. Рашить? Ты все-таки пойдешь рашить лишь? Ну пошли хоть посмотрим, что там. Охренеть, ладно. Согласен. Готово. А, блин, вампириком, конечно, да, вариант вообще. Превосходно. Вы просто супер раш. Да. Здесь... Сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь собьем их хотя бы. Угу. Так. Хорошо. Будете чего? Быстро выходить в это фрейнзи. Ну, я пошел. Хорошо. Да. Ну, я пошел. Да тут есть мирные зверушки, которые нежить ненавидят. Опять работать. Хорошо. Никого. Ну же, приказывайте. Что-то сейчас не учишь. Ладно, пошли сюда. Согласен. Готово. Будет исполнено. Да будет так. Хумики, да? Хумчики, да. Превосходно. Он не очень умный, что у него две рабочих на руднике, блин. Будет исполнено. Где он делся? Согласен. Ним Флорис, седа! Да будет. Хрен пойми, чё. Да я делаю у нас бутылака. Нужна моя помощь? Да, ваше сельство! Извините, у нас партийка это не удалось. Как он там еще умудрился что-то там наубил? А, это здесь тот, наверное, который без статистики. Хорошо. Ну же, приказывай. Пришел эльф. Ага. Ману жжет. Превосходно. Согласен. Нимфлори Седар. Дрель, такой контроллер просто будет адский, да? Ну, пускай жжет ману. Не важно это, все равно победа. Да будет так. Лучше я тогда в него ее расстреляю. Превосходно. Да будет так. Согласен. Ты меня перекрыл. Зажмем. Превосходно. Не, блин, не зажал. Нужна ладно, моя давай помощь? Так зажмем. Да. Ну бегай, я не знаю. Вообще. Согласен. Превосходно. Готово. Ладно. Нужна моя помощь? Так, че не строю масс-масс? Ну же, приказывайте. Да ну ладно, блин. Что такое? Что вам угодно. Застрял. Ну же, ну, приказывайте. Да будет так. А, нет, не за... Приостановил игру. Зачем? Я его чуть не окружил, может, да, перепугаясь. Нужна моя помощь? Что вам угодно? Готово. Превосходно. Жду приказаний. Да будет так. Блядь, че второй не добавляю? А я, блин, отхилил сам удар. Ладно. Блин, это гонит и прибьет нахер со своими сапогами ебланическими. Ну, ну и ладно, убивай. Во имя магии. Да. Превосходно. Как скажете, что вам угодно. Погиб герой наших союзников. Три надо. Герой надо, говорят, хреново играть. Да, ваш броди. Все, все, ты. Панда? Ноу! No. Надеюсь, он не успеет прокачать. Ну, у второго, наверное, даже денег на рабочих. Моя сейчас пойдем тупо на эльф. Меня уже там скоро на... Да, господин. Только мне нужно сначала в тенде. Я пошел. Что делать? Исследование ну завершено. Ну же, приказывайте. Алды до хера? А, ну в принципе не важно делать. А зачем ты башни делаешь? Мы все равно... А, он идет... Я на всякий случай. Он идет, идет. Что вам угодно. Будем сейчас задрачивать. Постройка завершена. Согласен. Да, это да вот будет это, так. Еще превосходно. Что прикажете? Ну же, приказывай. Нормально у меня уже вурдалака. Там, я думаю, сам отобьешься, да, смотри.
Он да просто будет. Тянет. Да, это хорошо, что он тянет время. Да, есть вероятность того, что ты пьешь. Будет исполнено. Ну надо кого-то убить в любом случае. Нужна моя помощь? Дерево надо? Не. На, на всякий случай. А у меня куча дерева, блин. Ну, не так... У меня просто толпа вурдалаков. Нужна моя помощь? Блядь, уже почти. Чего? Набирается то, что надо. Хорошо. Угу. Так, ну... Постройка завершена. Так, ну... Что вам угодно? Слышишь, ну он может что-то придумать, я не знаю. Я не думаю, что он что-то придумает. Разве что он панду прокачает там сильно. Но я не думаю, что она добьется, потому что сейчас к нему придет. У тебя там что-то готовится? Ну да, у меня мечники были. А, блин, он меня рабочего да. убил. Хорошо. Или не убил. Хорошо. Исследование завершено. Что вам угодно? Гоу, что ли, не? Да. Ну же, приказывайте. Что-нибудь героем не готово. Нужна моя помощь? Да все, отступить от моего вампира. Что вам угодно? Я иду прям на это. Да. Согласен. Готово. Превосходно. А вот он. Он видел? Медведи. Да будет. Аж какая панда вторая, ну это не страшно. Зажмем ее между двух армий. Будет исполнено. Превосходно. Исследование завершено. Над славой! Готово. Смотри, не хватает. Во имя магии! И в глори Седар! Что вам угодно? Ого, сразу на него, да, наверное? Будет исполнено. Исследование завершено. Я героем зайду на базу, захвачу свиток. Блять. Ну же, приказывайте. Согласен. И блять, какая банка. Ладно, скелетов подам. База строю. Будет исполнено. Так, да шум. Будет... Да. Не хватает золота. Да. Так, значит, опять идет. Да, значит, пока вампирика даже. А в тебя? Да, порыв тебя. Я пошел. Согласен. Будет исполнено. Постройте ферму. Да будет. Да. Че ты стоишь, дебил? Ну же, приказывайте. Все по анале. Нужна моя. Блин, он так меня убьет. По одному. Бой. Не убьют. Можно вурдалака вообще подтянуть. Согласен. Во имя магии. У меня хоть второй левел вампирик, хоть вурдалаки будут вампириться, я не знаю. Так, ну давайте, проходим вниз. Говорят, ладно. Превосходно. Конечно. Этот, заливалка, в принципе, не нужна ему. Так, стандарт. Что вам угодно. Постройте ферму. Да, господин. Здесь нельзя. На нас напали. Хорошо. Да. Что вам угодно. Во имя магии. Ну же, приказывай. Бой. Будет исполнено. Превосходно. Сжёг ещё козлина. Согласен.
что мне интересно у него такое. Так, тут бы урдалаков. Будет исполнено. Войти в базу. А остальная, небольшой отрядик. Готово. Что там башни? Как скажешь. Или нихера. Нихера. Нихера я не боюсь. Ааа, урдалачик беги. Идем, заходим, заходим. Не плавай. Согласен. Он даже не докачал его до этого, блин, до голема, блин. Превосходно. Так неинтересно играть в Амфитиком. Что вам угодно. Скорость атаки, они, конечно, под апгрейдом здоровенная, блин, урдалаков. Все, на этой нотке можно и завершить. Можно и завершать уже, в принципе. Как раз там, наверное, Элизиум включили, а вот умнички. Там кто-нибудь позадротит теперь.